Поехали. Жила-была на свете одна красавица. Ее напоили в молодости каким-то зельем. И все состарились, а она осталась молодой, потому что она была в мумиическом состоянии. У нее был домашний питомец, а сейчас это мумиинский кот. И был такой закон, если нажать вот на этот камушек, эта мумия проснется через 1000 лет. И мы позвали научного какого-то человека, не помню какого. И, короче, она проснулась. Мумия проснулась. Испугаемся.